Сегодня в стенах колледжа студенты отделения правоохранительной направленности приняли присягу. Перед товарищами и старшими наставниками они пообещали быть верными, надежными и преданными отечеству и соблюдать законодательство Российской Федерации. Руководство колледжа и гости торжества поздравили будущих правоохранителей с этим замечательным днем. Хочется пожелать успехов и в учебе, и по жизни, и возможно быть его в будущей службе. Кто скажет, что все-таки жизнь с правоохранительными органами, с другими силовыми органами. Хочется сказать, что все-таки вы были достойными продолжателями наших традиций, служили для народа и независимо носите форму, я сумку или не сняли, и пошли домой. Вы не должны пройти мимо правонарушений, тем более преступлений, совершаемых в ваших глазах. Для каждого учащегося мероприятие, посвященное принятию присяги, стало особенным днем. Раньше они были обычной группой колледжа, а уже с сегодняшнего дня на них куда больше ответственность. С детства самого меня привлекал закон и порядок. Я огромное внимание обращала на сотрудников полиции, следственный комитет и так далее. И я решила, что я буду в будущем охранять порядок, служить закону России. И я решила, что поступлю именно в Великий Устюг, так как открылась новая специальность – правоохранительная деятельность. У нас были репетиции, были также занятия по строевой. И сегодня, когда пришли сотрудники полиции, было уже волнение. Мы волновались, что на нас такая ответственность лежит. Мы принимаем присягу, мы даем обещание, что будем служить закону России. И это был, правда, ответственный и волнительный момент. Сегодня в стенах нашего колледжа прошло принятие присяги. Ребята очень ждали этот день, волновались, готовились. И они получили очень много эмоций положительных сегодня и поняли свою ответственность, которую взяли, приняв решение поступить на нашу специальность, на правоохранительную деятельность, потому что эта специальность очень важна для народа, для государства, и мы осознаем важность этого. Спустя несколько лет эти ребята встанут на защиту правопорядка на территории Великого Устюга и округа. Будем надеяться, что данной сегодня клятвой они будут руководствоваться и в своей профессиональной деятельности. Ксения Смирнова, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».